Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Справят новоселье в этом году. 14 семей советского района готовятся к переезду в новые квартиры из аварийного жилья. Отремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары. В Самаре комплексно обновляют улицу Мичурина. Звание «Город трудовой доблести» – это и их заслуга, как работали в военном Куйбышеве и в АКО-госпитале. Они преследуют тех, кто нарушает ночную тишину города. На дорогах Самары дежурят байкеры в погонах. Прочитайте стихи и станьте звездой нашего эфира. На телеканале «Самара ГИС» стартует новый проект «Рифмы жизни». В Самарском регионе установилась сильная жара. Температура воздуха в тени доходит до 36 градусов. Объявлен желтый уровень опасности. Чтобы пережить экстремально высокие температуры без вреда для здоровья, жителям рекомендуют не находиться долго на солнце, особенно с непокрытой головой. Избегать сильной физической нагрузки, пить как можно больше жидкости. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией регулярно контролировать артериальное давление. Больным с сахарным диабетом тщательно следить за уровнем сахара в крови. Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности с 12 до 15 часов лучше воздержаться от прогулок. Из-за экстремально высоких температур многие самарцы выходные проводили возле водоемов, что спровоцировало рост числа несчастных случаев. На воде погибли 4 человека. Двое подростков 16 и 14 лет утонули в пруду в Похвесневском районе. В этот же день на Волге в районе 7-й просеки погиб 14-летний ребенок, а в поселке Южный из воды извлекли тело 25-летнего молодого человека. Кроме того, утонул 54-летний мужчина. А в районе пляжа поляны имени Фрунзе сотрудники ПСС спасли тонущего 16-летнего юношу. Таким образом, с начала купального сезона в Самарской области погибли уже 28 человек. Спасатели призывают жителей города во время купания соблюдать все меры безопасности, а родителей внимательно следить за детьми, не оставлять их на берегу и в воде без присмотра. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 5399 человек. Такие данные в понедельник, 6 июля, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Еще 25 пациентов в регионе выздоровели. Всего с начала пандемии из больниц выписали 3126 человек. Число летальных исходов в регионе составляет 58. В Самаре в этом году снесут 5 незаконных капитальных строений. Сейчас департамент градостроительства ведет подготовку проектно-сметной документации. Выявляют такие здания либо районные администрации в процессе муниципального земельного контроля, либо госинспекция в ходе строительного надзора. Если объект не находится в частной собственности и расположен на территории общего пользования, то департамент градостроительства может вынести постановление о сносе. В остальных случаях придется обращаться через суд. Сегодня этот вопрос обсудим на еженедельном рабочем совещании в городской администрации. Глава Самары Елена Лапушкина поручила руководителю департамента градостроительства Сергею Шанову ускорить работу и исключить любые издержки в процессах со стороны департамента. Справят новоселье в новом году. 14 семей в советском районе Самары готовятся к переезду в новые квартиры из ветхого и аварийного жилья. Этого события люди ждут уже 6 лет, с тех пор, как эксперты признали их квартиры опасными для жизни. Сергей Кизоркин подробнее. Эту двухэтажку на улице Южный Проезд построили в конце 50-х годов прошлого века. Сейчас состояние дома оставляет желать лучшего. В некоторых квартирах обвалились потолки, протекают трубы. Зимой приходится включать электрообогреватели. Но на покупку нового жилья, рассказывает многодетная мать Анастасия Зотова, денег нет. Некуда деваться, все здесь живут. Ипотеку брать мы не потянем. У меня вот 4 детей, муж работает. Сейчас с коронавирусом детские сады не работают. Очень трудно устроиться даже мне вот сейчас на работу. Люди живут в коммунальных квартирах без удобств, но за коммуналку все равно приходится платить. Ну, квитанция вот у меня за отопление. Вот за 32 метра, за 2 комнаты, у меня идет платеж 1799 рублей 78 копеек. Отопление, которого здесь век никогда не было. 5 лет назад взяли нам и отключили полностью газ. Он газифицированный был дом-то.
Дом 114Б по Южному проезду признали аварийным в 2014 году. Его включили в госпрограмму переселения из ветхого и аварийного жилья Самарской области, которая действует в регионе до 2025 года. Благодаря этой программе всех жильцов обеспечат новым жильем. Одна семья уже получила жилплощадь, еще 14 семей выберут квартиры в конце лета. В начале следующего года аварийный дом уже должен быть расселен. Мы очень надеемся, и мы все силы, всю нашу энергию потратим на это, чтобы так и произошло. После того, как последние жители будут расселены, будут отключены все коммуникации, будет заказан проект под снос и осуществлен снос. За 5 лет по программе переселения в Самаре отправят под снос 175 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Это 4461 дом. Городские власти предлагают жильцам несколько вариантов переезда. Либо новые квартиры, либо компенсацию затрат на уже купленную жилплощадь. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. О событиях. Улицу Мичурина комплексно обновляют. Помимо ремонта проезжей части, здесь приводят в порядок тротуары. Вместо асфальтобетонного покрытия – плиточное. Такое решение принято с учетом мнения жителей. Все работы должны быть завершены до конца октября. Однако сейчас подрядчик идет с опережением графика. Подробнее мэрия Лча. На улице Мичурина в порядок приводит не только проезжую часть, но и бордюры, тротуары, газоны, инженерные коммуникации, парковки, примыкания, съезды, подъезды к остановочным площадкам. Комплексный ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В данный момент выполняется несколько видов работ на разных отрезках участка. В частности, обустраивают тротуары. На участке площадью 20 тысяч квадратных метров укладывают плитку. Плитка... Ну, во-первых, на солнце от асфальта идут все равно испарения, битум выветривается потихоньку. Ну и, соответственно, от него идет жар, что не сильно приятно как бы прохожим, пешеходам. Вот. А от плитки она отлично и дренажирует воду после осадков, и, естественно, по ней приятно ходить, не так устают ноги, и человек более себя комфортно чувствует. Кроме того, при необходимости плитку можно будет локально заменить в кратчайшие сроки. Общая протяженность обновляемого участка почти 2,5 километра от улицы Чкалова до Масленникова. Здесь идет и устройство карманов для удобства подъезда общественного транспорта к остановочным площадкам. Два уже готовы, еще два в работе. Отдельно хотелось бы отметить, что общая площадь парковок на улице Мичурина порядка 5000 квадратных метров. Из них устройство парковок вновь это 1500 квадратных метров. Работы выполняются с учетом имеющихся инженерных коммуникаций для того, чтобы обеспечить возможность парковать транспорт для граждан нашего города. При формировании плана работ по ремонту объектов изыскивается максимальная возможность по устройству именно парковочных мест, для устройства карманов, для общественного транспорта, для того, чтобы максимально облегчить жизнь гражданам нашего города. Улица Мичурина очень преобразовался, качественный ремонт сделали дороги. Я сам часто здесь езжу, и мне очень приятно по такой дороге ездить. Сейчас подрядчик занимается ремонтом въездов. На них укладывается покрытие в 2 слоя по 5 сантиметров каждый. Только за минувшую субботу между улицами Чкалова и Полевой привели в порядок 5 въездов. Накануне эти работы продолжились в границах улиц Осипенко и Челюскинцев. А сегодня начинается разбор старого покрытия оставшихся въездов, их еще 6. Для непрерывной работы задействуются несколько КАМАЗов, асфальтоукладчик и катки. В финале работ предстоит обновить и средства организации дорожного движения. Установят ограждение свыше 60 новых светофоров, знаки, а также нанесут разметку на площади свыше 2000 квадратных метров. Напомним, улицу Мичурина взяли в работу в числе первых еще в начале апреля. В первую очередь отремонтировали пространство между трамвайными рельсами от Полевой до Клинической. Очередность ремонта обусловлена тем, что в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, в Самаре сначала преображают те дорожные объекты, история которых связана с Великой Отечественной войной. Все работы по комплексному обновлению согласно муниципальному контракту должны завершиться до конца октября. Однако подрядчик идет с опережением графика. Улица уже готова на 83%. Мария Илчан, Константин Головин, Сергей Баскин. События.
Общественная палата Самары скорректирует план работы с учетом новых направлений, которые ранее задал президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Федеральной палаты. Речь идет о контроле исполнения мер социальной поддержки граждан, малого и среднего бизнеса, деятельности некоммерческих организаций. Напомню, эти меры были предложены в период пандемии. Еще один вопрос в центре внимания общественников – контроль распределения средств, полученных от увеличения ставки НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Эти деньги должны быть направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Важным направлением является также продвижение проектов, нацеленных на повышение качества жизни. Сегодня на заседании Совета палаты рассмотрели предложение по организации социального контроля на территориях общественного самоуправления. Вот сегодня на заседании палаты председатели комиссии уже дали свои предложения конкретные по некоторым изменениям. Но в основном эти планы у нас отвечают требованиям, которые поставил президент Российской Федерации. И, естественно, мы будем работать по этим планам. Список предприятий Самарской области, которые могут получить меры социальной поддержки для восстановления после пандемии коронавируса, расширен. Теперь туда входят музеи, кинотеатры и зоопарк, оставшиеся без посетителей. А вот АвтоВАЗ смог пережить ограничительные меры с минимальными потерями. Подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, в эфире «Новости экономики». Расскажу о них я, Андрей Горгуленко. В понедельник, 6 июля, курс американской валюты упал на 0,02% и достиг 70 рублей 50 копеек. Курс евро снизился на 0,3% до 79 рублей 22 копеек. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России. Стоимость барреля нефти марки Brent по состоянию на 11 часов выросла почти на 4% до 42 долларов 71 цента. После колебания курсов валют и пандемии в апреле и мае Волжский автозавод начал фиксировать начало поэтапного восстановления спроса на рынке. В первой половине 2020 года тольяттинский автогигант продал более 140 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, лишь немного не достигнув результатов прошлого года. Самые популярные модели у покупателей – Гранта, Веста и Ларгус. Тем, кто не смог самостоятельно восстановить свой бизнес из-за пандемии, помогут региональные власти. В Самарской области расширили список предприятий, которые могут получить финансовую помощь из-за простоя, связанного с коронавирусом. В него включили кинотеатры, музеи и зоопарки. Власти уже начали перечислять выплаты пострадавшим отраслям. Одним из первых такую помощь смогли получить владельцы отелей, гостиниц и хостелов. Претендовать на подобную поддержку могут только бизнесмены, сохранившие свой штат сотрудников. Пандемия пока никак не сказывается на строительстве башен-матрешек на стрелке рек Самары и Волги. Авторы инвестиционного проекта развития промышленной зоны в этом месте планируют начать его реализацию в 2022 году. Напомним, концепт застройки стрелки Волги и Самары жилыми и офисными комплексами в форме матрешек разработала группа французских экспертов по недвижимости при поддержке Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Впервые его презентовали в октябре 2019 года на расширенном заседании городостроительного совета при губернаторе. Согласно тексту проекта, застраивать стрелку планируют по схеме государственно-частного партнерства. Для областного бюджета реализация проекта обойдется в 2,6 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на консолидацию земельных участков, берегоукрепление и благоустройство территории. Полностью перестроить стрелку двух рек планируют к 2030 году. На этом все. Процветание вашему дому! Вклад медиков в победу в Великой Отечественной войне – один из поводов для присвоения Самаре звания города трудовой доблести. В Куйбышевской области было развернуто 54 эвакогоспитали. Один из них располагался в корпусе клиник СамГМУ на улице Чапаевской. Слово мэри Елчан. Людмиле Кулагиной было всего 2 года, когда началась Великая Отечественная война. Она жила тогда в блокадном Ленинграде. В Куйбышев приехала гораздо позже и проработала в этом корпусе медицинского университета почти 30 лет. Трудилась старшим преподавателем на кафедре биологии и генетики. В военное время именно здесь размещался эвакогоспиталь. Значение медиков нельзя выразить вот одним словом. Это подвиг. Что сейчас, вы знаете? Что во время войны врачи никогда не щадили себя. И на фронте они делали операции
лечили, несмотря на бомбежки, несмотря на то, что они не спали несколько суток, они все равно старались работать. Медицинские работники с первых дней войны спасали бойцов, вытаскивали раненых с поля боя, оперировали по несколько суток без сна. В военные годы в Куйбышеве развернулось 54 эвакогоспиталя. В них пролечили около 180 тысяч человек. Одним из главных госпиталей был госпиталь на базе клиник медицинского университета. Этот госпиталь, так сказать, объединял крупнейшие врачебные кадры, но они же и бывали в госпиталях других, их ученики работали в других госпиталях. И нужно сказать, что вот особенности и достижения самарских хирургов были в том, что процент смертности был крайне низок. Напомним, на днях президент Владимир Путин присвоил Самаре почетное звание «Город трудовой доблести». Этот статус – заслуга жителей военного Куйбышева, в том числе врачей и санитаров, которые в годы Великой Отечественной войны не жалели себя ради общей победы. Всего такое звание получили 20 российских городов. От всей души поздравляю и перечислю эти города, жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей. Только что тоже о них было сказано. Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов, новых трудовых свершений. Именно Куйбышев в годы войны стал запасной столицей. Сюда эвакуировали правительство, Верховный Совет СССР, дипломатический корпус, Большой театр, симфонический оркестр Всесоюзного радио, Ленинградский драматический театр и многие заводы. Этот статус наш город заработал в годы Великой Отечественной войны. Общеизвестный факт, что город Куйбышев внес значительный вклад в ускорение победы. Сюда переехали предприятия из западных территорий Советского Союза. Здесь они разворачивались в боевых условиях, потому что вы знаете, что выпуск деталей и вооружений самолетов начинался еще до того, как появлялись стены цехов этих предприятий. Сравнительно небольшой до войны город с населением в 390 тысяч человек принял огромное количество эвакуированных. В сентябре 1941 года в Куйбышеве проживало уже около 700 тысяч жителей. Кроме того, в регион переправили почти 1500 организаций, в том числе 60 крупных промышленных предприятий. Мария Елчан, Сергей Баскин, События. Нарушить правила дорожного движения и уйти от погони не получится. На ночных улицах Самары дежурят байкеры в погонах. С наступлением темноты сотрудники ГИБДД на мотоциклах ловят тех, кто шумит и мешает спать горожанам. Анатолий Головко отправился в рейд вместе с сотрудниками ГАИ. Сотрудники мотовзвода провели профилактический рейд на ночных улицах Самары. За час полицейские поймали с десяток нарушителей. С начала недели более 150 нерадивых водителей. За 4 дня личным составом госавтоинспекции проверено порядка 400 транспортных средств, мото, порядка 1500 транспортных средств, автомобилей. Выявлено правонарушение со стороны водителей мототранспорта порядка 156. По словам инспекторов, с появлением на улицах байкеров в погонах самарские мотоциклисты стали нарушать ПДД гораздо реже. Ведь уйти от сотрудников мотовзвода практически невозможно. Они в совершенстве владеют навыками экстремального вождения и могут развивать скорость до 200 км в час всего за несколько секунд. Тем не менее, некоторые водители до сих пор ездят без шлема, прав и страховки. Такой подход к делу нередко заканчивается трагично. Все участники дорожного движения, которые управляют мотоциклами, мопедами, квадроциклами. На автомобиле очень тяжело их догнать, потому что в междурядье где-то узкие места, они могут уехать. Нам они останавливаются всегда. Сами байкеры уверены, главный враг любого мотоциклиста – это алкоголь и безрассудство. Граждане мотоциклисты, товарищи, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. И тогда за нами ДПС не будет бегать, преследовать. Это самое главное. Это безопасность, это жизнь, это здоровье. Самое главное правило мотоциклиста, как правило военного летчика,
Когда ты выезжаешь на мотоцикле, помни, что все вокруг, грубо говоря, хотят тебя убить. И быть, ну, внимательным и осторожным. Профилактические рейды с участием байкеров в погонах начались в конце июня. Сотрудники мотовзвода ГАИ дежурят на ночных улицах Самары ежедневно. С понедельника по воскресенье. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. Идеи, над реализацией которой думали многие, но осуществить смогли только ученые Самарского политеха. На 3D-принтере они напечатали 3D-принтер. На нем будут обучать школьников и студентов. На разработку ушло полгода, еще год на тестирование. Подробнее Елена Малютина. Мелкую деталь на этом 3D-принтере можно напечатать за 20 минут. На большую скульптуру времени уходит больше. Например, вот эту копию монумента славы сделали примерно за неделю. 5 лет назад Багдат Тукабаев увлекся аддитивными технологиями. Теперь хобби переросло в профессиональную деятельность. Он учит школьников и студентов основам 3D-печати. Для наглядного примера моделирования совместно с сотрудниками политеха напечатали 3D-принтер. Эта разработка заняла полгода. Еще год ушел на тестирование. Пытался сделать так, чтобы он был понятен именно для любого человека, даже для школьника. То есть, смотрите, специально здесь на платье вот так вот разведены провода по специальным подписям, где какой двигатель, чтобы можно было взять, повращать, вот так вот, чтобы мог подвигать. У 3D-печати есть обширные применения, например, на разных 3D-принтерах, и уже для разных задач можно печатать изделия. Например, ну тот момент, что 3D-принтер печатает сам себе, это как бы такой показательный момент вообще в науке и технике, что оборудование создает само себя. Причем не надо сложных, потому что в традиционном нам, например, чтобы создать какую-то шестеренку, нам нужен, например, определенный станок для того, чтобы создать шестерню. Либо определенный станок, чтобы сделать какой-то там вал. А на 3D-принтере мы можем печатать как и валы, так и шестерни, так и вообще любые изделия. На создание вот этой фигуры Варвары Зайцевой потратили около 6 часов. А вот на ее реальный прототип – целую неделю. Студентка Самарского политеха разработала сканирующую установку, после чего сделала свою 3D-модель и напечатала свою копию на 3D-принтере. Фигура весит около 3 килограммов и состоит из пластика. Скорость печати, высоту слоя, плотность заполнения, соответственно и прочность, температуру и другие параметры можно регулировать на компьютере во время 3D-моделирования. В этом году в Самарском политехе открывается профиль направления 3D-печати. Студенты будут изучать основы моделирования методом послойного нанесения. И на сегодняшний момент у нас еще выход появился уже на создание отечественного 3D-принтера, который будет печатать металлом сразу. И это новый шаг, во-первых. Опять же, этот принтер будет работать только на отечественных материалах, то есть мы будем не зависеть от зарубежных поставщиков, нарабатывать, опять же, новые компетенции. Сотрудники Самарского политеха сейчас занимаются подключением оборудования и уже в ближайшее время начнут 3D-печать металлом. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. К темам спорта. Под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева крылья Советов снова сыграли в ничью. Волжане оказали достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата Ростову Валерия Карпина. Анатолий Головко продолжит. Два удаления, целая россыпь желтых карточек. Главный итог матча крылья Советов Ростов. В этот жаркий июльский вечер подопечные Валерия Карпина и Андрея Талалаева не жалели друг друга на футбольном поле. Грубая игра ростовчан и самарцев не осталась без внимания судьи Николая Волошина, который удалил Владимира Полуяхтова уже на 25-й минуте после просмотра видеоповтора. В начале второго тайма на 55-й минуте второе предупреждение получил защитник гостей Данила Ведерников, и команды доиграли встречу в равных составах. После удаления, к сожалению, не получалось самого главного – выбегать в быстрые ответные атаки. Не хватало, на мой взгляд, просто взаимопонимания между футболистами, потому что в таких сочетаниях они редко еще играли у нас. Почти за 100 минут встречи команды так и не сумели найти ключи к оборонительным редутам друг друга. Как итог, безголевая ничья 0-0. Крылья взяли еще одно очко и поднялись со дна турнирной таблицы. Сейчас подопечные Талалаева занимают 15-ю строчку в РФПЛ. Волжане по-прежнему находятся в зоне вылета. Следующие два матча крылья Советов проведут в гостях. Они померятся силами с тульским Арсеналом и московским Динамо. Анатолий Головко. События. Теперь смотреть телеканал «Самара ГИС» можно и в телефоне, из любой точки мира и в любое время суток. Онлайн-вещание, самые свежие и актуальные новости, а также полная телепрограмма в один клик. Все это доступно в нашем новом приложении – телеканал «Самара ГИС» для iOS и Android. Скачайте его прямо сейчас в App Store или в Play Market.
На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всего вам доброго и до встречи!